Всем привет! С вами дядя Спрашкин будет. Хватит! Котенок тут сидит у меня. Вот он, бедный. Ися моя. Все, понеслась. Буля! Все, потерял. Потерял. Ребята, в общем, на повестке дня одна фигня. Такой лайфхак. Бывает вот на каком-то сосуде. Например, вот на таком. Ну вот название тут написано, четко все видно, да? Пиво тут, билетик, все как надо. А сзади, ну тут, без этого, без микроскопа не разберешься. Микроскопа у вас зачастую может и не быть под рукой. Поэтому под рукой у вас может и не быть вот такой банки. Но если банка такая есть, то берете банку. Вставляете туда бутылку, и сразу это все увеличивается, и читать более-менее возможно. Вот такой лайфхак. Вот чем дальше, тем крупнее, ближе, мельче. Вот так вот. Если возьмете с более большим горлом, найдете, и отдалите как можно дальше, то запросто можете прочесть. Вот такое вот увеличительное стекло, как бы в домашних условиях, без особых затрат и поисков. Ай-яй-яй, иди сюда. Фух, чуть не сбил. Более смотрю, на кого-то лает, а он поймал, по-моему, медведку. Хотя у нас раньше медведки тут не водилось. Где-то здесь. Вот она. Тихо. Ой, а страшна же, блядь. Сука. Вон она. Сейчас я ее зарублю. Или это гусеница какая-то непонятная. Не, это медведка. Или гусеница. Смотрите, ребят. Туди! Смотрите, какая шевелится, извивается. Это гусеница. Или медведка. Я не знаю. Сейчас я ее вынесу чем-нибудь. На куда-нибудь. Ты в рот всякую гадость не бери, блядь. Понял меня? Я тебе ругать буду. Ищет, ребята. Он может быть ядовитым, гадость это. Поймал же, он же ее вычислил там, в кустах в этих. Смотри, за нос укусит. Фу. О, такая вот животное. Смотрите. Ну, мне кажется, это не медведка, а какой-то. Какая-то бабочка, мотылек там или кто-то еще. Вот такой вот страшный зверь. Сука. Иди живи. Туда вот. Мне не жалко. Сука. Хоть ты даже съешь мой дом, на мой век его хватит.